Следователи выяснили, челябинец, которого нашли на берегу озера Смолина, погиб от огнестрельного ранения. Стражи порядка рассказали, что рядом с трупом мужчины нашли оружие. Сейчас следователи выясняют причины и версии произошедшего. По словам служителей закона, признаков насильственной смерти нет. Личность погибшего установлена, полицейские уже связались с родственниками. Сейчас все обстоятельства выясняются.